Ребят, привет! Меня зовут Таня, я живу в Канаде. У меня есть хобби ходить по магазинам и покупать вещи со скидкой 80, 90 и выше процентов. Хочу показать вам, что я нашла. Мои последние покупочки. Я хожу в аутлеты, я хожу в дисконтные магазины, магазин распродаж, секонд-хенд. Ездим в Америку. Хочу показать вещи, которые я недавно нашла. Вот посмотрите, юбочка Иро. Юбочка Иро. Нашла ее за $20. Смотрите, какая классная, какой фасончик. Куплен в аутлете, стоил $150. Я бы купила за 10. Вот такая спортивная фирма Bench. Bench. Куплено мною спортивный топик такой вот за $3, стоил 45. Юбочка Armani из льна. Какая классная. Стоила 430. И я ее купила за 35. Это Armani джинс. Я также нахожу мужские вещи. Вот пример. Этот свитер сделан в Италии. Здесь состав 50% кашемир, 50% шерсть. Стоил он $215. Мне обошелся за 5. Замечательный свитер. Я люблю также ходить в магазины секонд-хенд. Посмотрите на эту вещь. Это кучинели штанишки за $8. А вот эти штанишки Prada. По-моему, где-то $12 я за них заплатила. Также я нахожу норку. Это норковая шуба. Была на гаражном сейле. Она сзади с поясом, длинная. Смотрите, какая классная. В прекрасном состоянии. Длинная. Стоила мне $75. Вот такая вот шикарная, черная, в хорошем состоянии, без единой помарочки. Норковая шуба, кстати, рукава 3/4, обошелся мне в $20. Два плаща, которые у меня еще с этикетками, это прямо с химчистки Miu Miu, обошелся мне в $1. Плащ Гуччи, обошелся мне в $25. Все вещи оригиналы, уж я разбираюсь, я покупаю вещи и дорогие, и дешевые, которые я нахожу на скидках. Я покупаю не только вещи, покупаю аксессуары. Вот, посмотрите, шарфик Miss Sony. Шарфик Miss Sony, новый с этикеткой. С этикеткой Miss Sony. Обошелся мне всего лишь $7. Ну, на нем есть несколько зацепок. Есть несколько зацепок, очень незаметно. Это в магазине Second Hand. Я купила абсолютно новый. Сделан в Британии. 100% кашемировый шарфик. Не помню, наверное, долларов за 5. Вот такой вот, по-моему, абсолютно новый, красивый шарфик от Ferragamo. 100% шелк. Мне кажется, что он абсолютно новый, потому что я на нем не заметила ничего, кроме как еще вот такая вот от этикетки. Здесь его, наверное, не носили. Обошелся мне, не помню во сколько, наверное, долларов 7. Новый мужской. Это не новый, кстати, нет, вру. Я его купила тоже в секонд-хенд. Это Кавали, естественно. Мужской шарфик кашемировый. В хорошем состоянии, ни одной зацепки. Не помню, наверное, $7-8. Абсолютно новая вещь. Нашла в магазине Second Hand. Это Versace. Мужской ремень кожаный. По-моему, за $10. Не помню. Шарфик Calvin Klein. Куплен в дисконтном магазине за $3. На большой распродаже. Наборчик от Estée Lauder.
купленный мной за 5 долларов. Вот такая красота. Переходим к обуви. Я также мастер детских вещей. Мастер находить детские вещи. Посмотрите, у меня есть тоже маленький ребенок. Эти Champions, я зашла на распродажу Champions и купила вот такие детские кроссовки за 9 долларов. И себе купила вот такие вот за 6 долларов. Стоили они 44 доллара, 45. Ну что, может, тогда сразу перейдем к детским вещам. Эти две пары очков я нашла в секонд-хенде. Это Dolce & Gabbana. И это Fendi, но они не солнечные, они также еще увеличивающие. То есть их сделали на заказ. Часы Armani. Часы Armani, Emporio Armani. За 7 долларов я их только купила на прошлой неделе в магазине Second Hand. Вот это вот тоже случайная покупка. Настоящие Christian Dior, между прочим, я их уже задавала делать батарейку, и мне только подтвердили, что это оригинал. По-моему, я купила за 10 долларов. Браслетик Ted Baker был куплен тоже в Second Hand за 3 доллара. Часы DKNY, часы Marc Jacobs в коробке за 15 долларов. Эти, по-моему, вообще DKNY за 3 доллара были куплены мною. Это куплено в аутлете. Обожаю эту фирму Kate Spade. Были куплены мной, по-моему, за 13 долларов. Ну, стоят 40. Они очень классные. И это очень хорошая фирма. В аптеке был куплен вот такой мужской кремчик. Я сразу перехожу, что я также люблю покупать косметику. И вот такой вот с этикетками я сейчас нашла очень мало косметики. Ну, покажу, что нашла, что есть. Косметика. Крем Лореаль за доллар мужской. Палетка Анастасия Беверли Хиллз за 16 долларов. Она шикарная. Вот такой вот наборчик от Кэти Перри. Всего лишь за 5 долларов. Здесь полноразмерный парфюмчик и мист. Эус на распродаже всего лишь за доллар. Здесь и гигиеничка, и скраб для губ. Это лимитка. Переходим к детским вещам. Шортики Under Armour. Куплены мной всего лишь за 3 доллара. Это детские. Топ. Футболка Nike за 5 долларов. Jordans. Спортивные штанишки. 5 долларов. Это куплено новое в дисконтных магазинах. Фирма Oshkosh. Очень люблю эту фирму. Значит, рубашка за 6 и за 5 вот такие классные штанишки. Вот такой вот топ. Очень приятный материал. 3 доллара. 3 доллара в дисконтном магазине. На нем стоит этикетка, что он стоил 18 долларов. Спортивный костюм на Puma. Это Puma. Два предмета, обошлось мне 10 долларов. Не знаю, сколько он стоил. Это был куплен в магазине Костка. Куплен был в магазине, даже не в дисконте, но почему-то так попалось. Покажу еще обувь, которую я находила в основном в магазине Second Hand. Вот такие вот туфельки от Cartier. Я нашла совсем недавно их. Посмотрите, это винтаж. Это винтаж, видно, что ручная работа. Посмотрите, внутри тоже все написано, что Cartier. Не оставляет никаких сомнений, что это оригинал, это кожа. В общем, посмотрите еще раз. Шикарная винтажная вещь. Вот такие вот легкие балетки. Я нашла Michael Kors за 7 долларов. Они в отличном состоянии. Сапоги. Такие вот шикарные сапоги Cassadei, фирма Cassadei, Италия, это кожа, а вот это вот мех пони, здесь тоже выбито, что это Cassadei, это 100% натуральная замша, супер мягкая, а сапоги Tory Burch,
Я их нашла, не помню, сколько за $12. Кожа. Красная фурнитура. Посмотрите, фурнитура. Фурнитура, шикарная фурнитура. Не помню, за сколько их купила. Кожа, естественно, в хорошем состоянии. Вот такие вот Ferragamo. Мокасинки, купленные мною за $9. В хорошем состоянии. В хорошем состоянии. Совсем недавняя покупка. Вот такие балетки шикарные от Dior. От Dior. Куплены мною за $10. $10. $10. И даже около 70 и выше, зависит от всего, но это, поэтому 100% предоплата мы с вами не...